Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.бз. Чтобы на кусок света лучше падать. Ну, вообще. Главное, когда это будут все снимать, не, чтобы не развалилось. Представить вашему вниманию жидкую слюду. Она очень красиво переливается всеми цветами радуги. Евгения у нас сидела, ее приклеивала, старалась. И мы сразу решили похвастаться вам. Ну и, соответственно, как она вообще выглядит на ногтях у нас. Давайте я вот здесь покажу. То есть вот таким переходиком, растяжечкой можно ее укладывать. Тебе Юля привет передает. Ей тоже. Тебе тоже привет. Да, там такая различная может быть. Ну, весь ноготь. Ну, такую красоту Женька сделала, даже разрушать жалко. Поставьте ей много-много сердечек, похвалите ее. Сама придумала, как что здесь закрепить. Следа, правда, красивая. Ее можно с гель-лаком смешивать, смешивать с гелем. Получать мерцающие красивые гель-лаки. Создавать интересные жидкие камни. Аквариумные дизайны различные делать. Стразики тут. Ну, все, всем пока.